Инспекция по городу Красногорску Московской области информирует граждан о изменении по приему граждан на основании решения Управления Федеральной налоговой службы России по Московской области от 27 января 2022 года, что прием населения осуществляется только по предварительной записи. Решение принято, что пока что с 28 января, включительно по 4 февраля. Предварительную запись можно получить на сайте инспекции, записаться на сайте инспекции. Можно через госуслуги, можно также через личный кабинет. На определенное время, конкретно по пин-коду, заявитель получает талон и получает обслуживание по цели визита. Можно подать также декларации путем личного кабинета, путем отправки по почте, путем подачи через МФЦ. Или по предварительной записи можно здесь же в инспекции сдать бумажные носители с прилагаемыми документами, или это заявление, или это сама подача декларации.